Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал. Заболевание Зинаиды Славиной диагностировали слишком поздно. Стало известно, что актрису театра и кино погубило онкологическое заболевание, которое у нее нашли только в конце июля. У Зинаиды Славиной были опухоли с метастазами. Муж звезды рассказал, что заболевание диагностировали только тогда, когда она попала в больницу с болями в животе, которые появлялись 8 июля. В конце месяца 79-летней Славиной поставили страшный диагноз, сообщает РИА Фан, опухоль с метастазами была неоперабельна. Свои последние дни актриса провела в хосписе. В прошлую пятницу мы последний раз гуляли. Ходила, напевала какую-то мелодию свою про цветы, бархатцев там много, про зеленые листочки, про теплую погоду. Это был подъем, у нее рассказал муж народной артистки.